Здравствуйте. О главных новостях республики расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Новая льгота для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, отменят транспортный налог. Как предприятию выйти на зарубежные рынки? Господдержку крупного бизнеса обсудили на встрече с экспортно-ориентированными предпринимателями. Балалайку в руки возьму. Национальное радио Чувашии разыскивает мастеров, которые играют на народных инструментах. Семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, освободят от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект сегодня одобрили члены правительства республики. Инициаторами документа выступили депутаты фракции «Единая Россия». В Министерстве финансов Чувашии уже составили перечень льготников. Подробности у Дмитрия Ковалева. Семей, воспитывающих особенных детей, в республике порядка 5000. И по подсчетам регионального Минфина, у каждой второй есть свой автомобиль. От транспортного налога освободят одного из родителей или же опекуна. Соответственно, предоставляется на одно транспортное средство, которое мощность двигателя не более 150 лошадиных сил. Достаточно серьезных рисков не видим для бюджета. Не то, что не видим, их не будет. Более 9 миллионов рублей, то есть 9,6 миллиона точно. Республика стала четвертым субъектом округа, где предусмотрели подобную льготу. Проект закона в ближайшее время должны утвердить в Госсовете. В этом году парламентариями региона были поддержаны и другие социальные выплаты. В текущем году такие социальные выплаты, вообще поддержки социальным категориям граждан, то есть это всем, это 7,6 миллиардов рублей, что больше прошлого года на 12%. А в целом мы на социальную политику в текущем году предусмотрели 13,5 миллиарда рублей. Тоже имеет положительную динамику к факту прошлого года. Члены правительства сегодня одобрили и другие льготы. Так, со следующего года будет снижена на 50% ставка транспортного налога для владельцев машин, работающих на метане. Развитие рынка газомоторного топлива среди приоритетов, обозначенных главой региона. Эту тему обсуждали в сентябре в Нижегородской области. Газ считается самым безопасным продуктом для использования на разных модификациях автомобилей. По республике мы кое-что сделали. Если взять автобусы, то автобусы у нас практически используют газомоторное топливо от общего количества примерно 10%. Если брать грузовые автомобили, большегрузные автомашины, то они используют где-то на уровне 13%. В правительстве региона продолжат субсидировать и пригородные железнодорожные перевозки. На эти цели в бюджете республики заложили порядка 80 миллионов. Стремительного роста тарифов не предвидится. Предлагается установить на 2020 год тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования пригородном сообщении, осуществляемые акционерным обществом Содружества на территории Чувашской республики, в размере 3 рубля 20 копеек за 1 километр, то есть с ростом на 3,2%. На экономически обоснованную Содружество предлагало 8 рублей 18 копеек, да? Они больше предлагали. В основном это 5 маршрутов. Канаш-Казань, Чебоксары-Канаш, Канаш-Алатырь, Алатырь-Красный узел, Шумерли-Канаш. Но объем железнодорожных перевозок в республике продолжает уменьшаться. Из-за низкого пассажиропотока один из маршрутов могут отменить, предложив людям взамен автобусные рейсы. Председатель Кабинета министров Иван Моторин поручил вынести этот вопрос на обсуждение до конца года. Дмитрий Ковалев и Павел Редков. Республика. Около 5000 семей в республике воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. У половины из них есть свой личный автотранспорт. Поэтому новый законопроект, освобождающий их от налога, как нельзя кстати. 6-летний Дамир любит петь, занимается паракарате и интересуется робототехникой. С самого утра у него много дел. Успеть
сходить вовремя в детский сад, школу или в больницу без личной машины маме двоих детей Ильнаре Васильевой было бы сложно. У таких семей немало дополнительных трат на коррекционную обувь, лекарства, реабилитацию, специальное обучение. Поэтому освобождение от налога позволит сэкономить семейный бюджет и направить их на развитие ребенка. Для наших семей очень важна любая помощь. Отмена транспортного налога позволит посещать дополнительные кружки, например, такие как вокал, робототехника, на которые иногда семьи, так же как и мы, вынуждены отказываться за финансовых ограничений. Кроме реабилитации, больниц, занятий именно восстановления здоровья, также и социализировать. Ведь общение с детьми, со сверстниками – это очень важно. Возможно, новая мера господдержки позволит Дамиру и тысячам других детей с особенностями сделать еще один шаг к своей мечте. Пока. Стать на ноги в буквальном и переносном смысле слова. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Валерий Резюков. Республика. Какова стратегия выхода на зарубежные рынки, как наладить экспортное направление? Эти и другие вопросы обсуждали на совещании, участниками которого стали крупные предприятия республики, чья продукция ориентирована на экспорт. Экспортные горизонты не так далеки, как порой кажется производителям. У некоторых предприятий республики имеется немалый опыт по выходу на внешние рынки. Главное – грамотно организовать работу на всех этапах. Изучение потребностей, выверенный маркетинг, выстроенная логистика – так формируется механизм партнерства с зарубежными потребителями. Здесь есть предприятия, работающие на текущий момент в области оборонного комплекса и также имеющие планы по конверсии и также выходу на внешние рынки с гражданской продукцией, что тоже для нас является приоритетом. И, соответственно, госкорпорация, и в том числе РЭЦ, готовы оказывать самые различные формы поддержки. 9 предприятий республики уже дали заявку на экспортную деятельность. Для них в регионе разрабатывается целый комплекс мер по подготовке и выходу на новый уровень. Содействие в продвижении этих товаров. Если продукция требует сертификации, лицензирования, то здесь эти издержки тоже возмещаются посредством софинансирования. Как мы будем работать в 2020 году? Значит, мы определили для себя около 350-400 потенциальных производителей Чувашской Республики. Значит, с ними будет вестись адресная работа. Развитие экспортной деятельности вошло в один из национальных проектов. Ставку делают в том числе и на экспорт спорттоваров, художественных промыслов. Новым экспортерам обещают возмещать из бюджета часть расходов. В республике есть несколько интересных предприятий, которые там большую часть своей деятельности связывают с экспортом. Сейчас как раз для предприятий Российской Федерации, в частности для республиканских, как раз самое то время, когда экспортные рынки готовы к принятию российских товаров. Это и интересные кейсы по выведению на рынок товаров художественных промыслов. Это очень интересная история сейчас для многих стран. Это и товары АПК, которые, кстати говоря, республика тоже очень много планирует экспортировать. Правовую поддержку потенциальным экспортерам готова оказать и в торгово-промышленной палате республики. Ведь в партнерстве с иностранцами есть много юридических нюансов. Что касается самих производителей, то настрой у них вполне деловой. В качестве своей продукции они уверены и готовы конкурировать на внешнем рынке. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов. Республика. В Чувашии ввели в эксплуатацию первый дом, построенный с использованием механизма эскроу-счетов. Строительство 16-этажного дома по адресу Солнечный бульвар 6, корпус 2, в столице республики проходило с привлечением специального банковского счета, на котором хранились деньги дольщиков до завершения объекта. Напомню, это стало возможным благодаря изменениям в жилищном законодательстве. При этом с застройщиками, не обеспечивающими ввод объектов долевого строительства в установленные сроки, Минстрой ведет работу в тесном взаимодействии с администрациями городских округов и прокуратурой Чувашской республики. 12 декабря с 12 часов дня и до 8 часов вечера пройдет общероссийский день приема граждан. Их ждут во всех общественных приемных государственных органов власти. К другим темам. За распространение наркосодержащих препаратов всегда лишают свободы. О преступлении и наказании, а также большой профилактической работе в молодежной среде в следующем материале.
Весной этого года в Новочебоксарске 19-летнего молодого человека приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за незаконный оборот спайсов. Его 17-летний друг за это же преступление отправился в воспитательную колонию на 4,5 года. В сентябре еще два молодых человека получили срок за распространение спайсов. Одному из них назначили максимальное наказание – 10 лет колонии строгого режима. Очень страшно, когда в преступную среду вовлекаются дети и совсем еще молодые люди. В течение всего 2019 года на территории Чувашской республики наблюдался рост преступлений, совершаемых несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков. Только за 9 месяцев этого года возбуждено 84 уголовных дела в отношении несовершеннолетних по статье 228 прим. 1 Уголовного кодекса. А за аналогичный период прошлого года таких дел было 74. Перед судом предстали 12 несовершеннолетних, в том числе несколько девушек. Уже за решеткой многие осознают, что сломали свою жизнь и вернуть потерянные годы невозможно. Я бы хотела посоветовать девочкам, которые сейчас вот в таком возрасте подростковом находятся, не попадаться на всякие уловки нынешней молодежи. Кто-то говорит, попробуешь один раз, ничего не случится, но все в жизни надо попробовать. Я жила таким принципом. Нельзя. Нет, я попробовала. Нет, одного раза не бывает. Все выходит потом в продолжение. И это не нужно. Просто ради вот этого мнимого удовольствия ломать судьбу. Нет, этого не нужно. И заканчивать свои дни в тюрьме. В лечебно-исправительном учреждении в Цивильском районе делают ставку на полноценное возвращение осужденных к жизни. Недавно там открылся реабилитационный центр «Аврора». Здесь за полгода до окончания срока специалисты готовят женщин к выходу на свободу. Создают атмосферу дома, за чаем встречаются с психологом, социальными работниками, представителями общественных организаций, церкви. Обсуждают свои проблемы. Комплексная работа по всем направлениям помогает женщинам пересмотреть свои ценности в жизни, пересмотреть свои взгляды, пересмотреть всю свою прошлую жизнь и переоценить. Мы своих женщин после освобождения не оставляем без внимания. То есть мы их передаем нашему наркологическому диспансеру в городе Чебоксары, который продолжает с ними вести профилактическую работу. Про эффективность профилактических мероприятий можно судить по цифрам статистики. Второй год подряд в нашей республике наблюдается существенное уменьшение количества смертоубийств, то есть криминальных смертей, так называемых. Только за 10 месяцев текущего года от причин криминального характера погибло 63 человека, в то же время как за прошлый год погибло 80 человек. То есть 17 жизней, можно сказать, были уже сохранены в текущем году, что, на наш взгляд, совершенно немало. Работа всех субъектов профилактики, в том числе прокуратуры, в этом направлении деятельности, она очень активна и очень полезна. На днях в Чебоксарское лесничество поступили 3 новых трактора с комплексной защитой и противопожарным оборудованием. В Чувашии продолжается реализация федерального проекта сохранения лесов, национального проекта «Экология». Три новых трактора, которые только поступили в Чебоксарское лесничество, оснащены системой навигации ГЛОНАСС и искрогасителем, что очень важно при тушении пожаров, отметили специалисты лесничества. Николай Федоров – тракторист со стажем. Преимущество работы на новой технике оценил сразу. Очень хорошо ведет себя и в поле, и в лесу, и при пожаре. Везде проходимость хорошая, и передок уже по-другому сделан. Ну, что могу сказать? Хорошая новая техника. Теперь новая техника. Будем еще лучше охранять, как говорится, беречь лес. Новая техника будет выполнять сложнейшие лесопожарные, противопожарные и профилактические работы. Лесоводы смогут создавать минерализованные полосы вокруг лесов, чтобы не дать распространиться огню в случае низового пожара.
Обновили свои парки в 2019 году и другие лесничества Чувашии. Средства были выделены Федеральным агентством лесного хозяйства. В Чувашской республике Министерство природных ресурсов на эти финансовые средства закупило 17 штук малых лесопожарных комплексов, оснащенными пожарным вооружением. Кроме этого, закупила 15 единиц колесных трактора, которые оснащены лесными плугами и специальной защитой. До конца этого года планируется поставить еще 9 лесопожарных тракторов в Ибресинское, Кирское и Шемушинское лесничество. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Павел Редков, Республика. В столице Чувашии проходит студенческий театральный фестиваль «Абрикосовый сад». В нем участвуют непрофессиональные коллективы из районов Чувашии и соседних регионов. Мастер-классы, встречи с актерами, показы спектаклей. Так выглядит каждый из 5 конкурсных дней. Что привезли соседи из Ульяновска, посмотрела Юлия Важенина. На сцене актеры студенческого театра из Ульяновска. На фестиваль «Абрикосовый сад» они приехали уже второй раз подряд. С постановкой «Очень простая история» по пьесе Марии Ладо. Это очень хороший литературный материал. И это действительно очень интересная, простая история. Фестивали такие проводить нужно обязательно. Потому что, ну, это то же самое, что растить цветы только для себя. Ведь цветок, когда он взрослен, ведь его хочется подарить. Настя Игонина – один из самых ярких цветов из этого букета. Вообще девушка учится на архитектора, но вот уже 4 года все свободное время посвящает театру. Я играю роль хозяйки, и моя дочь немного пошалила, и мы будем это исправлять. Сейчас, пока я стою здесь, ниже сцены, я, ну, не могу сказать, что я прям как-то сильно переживаю, но как только все кулисы раздвигаются и начинается спектакль, такие чувства, что просто все очень сильно напряжено. Как унять волнение перед выступлением? Какие инструменты помогут передать режиссерский замысел и для чего нужно фехтование на сцене? Об этом участникам фестиваля рассказывали и показывали на мастер-классах. Каждый конкурсный день самодеятельные актеры встречаются с разными представителями театральной профессии. Но главное все-таки конкурс, в котором каждому хочется победить. Оценивать, конечно, сложно, потому что все-таки это ребята, у которых основная профессия другая, и они не занимаются профессиональным театром. Но тем интереснее, потому что люди, не связанные с театром, они всегда думают немножко по-другому. Мне кажется, это очень круто, то, что люди занимаются этим, и более того, они хотят этим заниматься. Фестиваль продлится еще один день, а уже 12 декабря мы узнаем имя победителя. Юлия Важенина, Юлия Зюкова, Игорь Зверев, Республика. Сохранить и приумножить чувашскую музыкальную историю. Редакция Национального радио по всей республике разыскивает мастеров, которые играют на национальных инструментах и изготавливают их. Клич по всей республике отправляют наши коллеги с Национального радио Чувашии. Они объявляют конкурс «Из села в село играй гармонь». Хотя в названии есть только один инструмент, ищут и других музыкантов. Много-много было инструментов у чувашей. Здесь и барган губас, это варган по-русски. Различные барабаны, бубны, нахра, ковал. Их много-много очень было. Поэтому мы хотим начать этот проект для того, чтобы эти музыкальные инструменты развивались. Абсолютно любой желающий может записать видео своего исполнения и прислать в редакцию Национального радио. В районы, откуда придет большое количество заявок, журналисты выйдут сами, чтобы записать уникальные звуки. Для тех, кто создает не только музыку, но и инструменты, приготовили отдельную номинацию. Хотим, чтобы молодежь подхватывала наши идеи, учились играть на инструментах, древних чувашских инструментах, и учились их изготавливать. Я помню, в детстве нас с Ивы, Света Кивы, дедушка или дедушки, пожилые деревенские люди, учили, как делать свистки. Вот это сейчас она все забылась. Наверное, есть кто-то в семье, учит своим детям или внукам, что из простого прутика ивы можно сделать
свисток красивый. Все конкурсные работы будут транслировать в прямом эфире. Отдельных авторов пригласят в студию. Первый выход в эфир запланирован накануне Нового года, 25 декабря. Конкурс будет продолжаться весь 2020 год. Еще раз выключи. Это все, о чем мы успели вам рассказать. До завтра.